слава богу. Ничего себе. Вот он, блокпост Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. На что-то сгодится. Металл нужен. Еще один трофей. Ладно. Генератор. Тут должен быть генератор. То, что надо. Есть, вот он. Вот так. Готово.
давай, падла, заводись. Да. Так, стерильные бинты. Где они могут храниться? Да, стерильные бинты. То, что доктор прописал. Теперь надо вернуться к Бухарю. Опа. Это что такое? Аппаратура Неро. Это что-то вроде инъектора? Почему бы и нет? Бухарь, слышишь меня? Бухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? То, что надо. Ну вот, порядок. Сент-Джон, это Коуп. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты их знаешь? Прервать вещание свободного Орегона, это похоже на месть. А знаешь, ты угадал. Они были в моем лагере. Но им, видно, не по нраву был запрет на воровство, насилие и убийство. Может, они просто, как и я, стали слушать твою параноидальную чушь? Отбой. И еще. Похоже, что уходя, они забрали несколько автоматов и дробовиков. Будь осторожен. Да уж, Коуп, спасибо, что сказал. Делаю, что могу. Отбой. Делаешь, что можешь, сукин сын. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь. Черт. Бухарь! Эй! А? Что? Эй, да тихо ты, псих! Чертик. Я ж тебе чуть башку не снес. Короче, покажи-ка мне руку, а?
Нет, нет, не надо. Покажи мне руку. Не надо. Все, все. Псих. Дик. Спасибо. Я это поправлюсь. Все заживет. Под колеса! Что ты сделал? Прострелил генератор и похерил трансляцию? Именно. Больше не придется слушать всякий бред. Радио «Свободное Риго». Теперь это «Свободное от Кобланда Риго». Долбанный ты идиот. Думаешь, он спустит тебе это с рук, тупица? Ты о чем?
Он, небось, уже назначил цену за наши бошки, а теперь еще и знает, где искать. Блин, я не подумал. Впервые в жизни ты прав. Да, блин, ты не подумал. Не думал, когда воровал рыбу и попался, и когда забил человека насмерть. Ты тоже ел эту долбанную рыбу, как и все? Знаешь, Билли, это я был не в курсе, что ты за нее человека убил. Коуп урезал пайки, я и Рэй, мы были малость не в себе, мы...
попался. Это был последний. Господи, Коуп, скольких ты успел выбесить? Так, это, наверное, был генератор. Но теперь это просто решето. Ладно, думаю, хватит. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная. Ух ты ж, блин. Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Это что, карта? Пометки? А, хорошо. Тут какие-то бумаги, заметки. Это инструкция. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно. По-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу что. Как бухарь говорит, койка зовет. Дик, ты там как? У тебя что-то голос странный. Да нет, ничего. Я просто не ожидал. Мне повезло. У бабы патроны кончились. Ты ее отпустил, так ведь? Ну да, твою мать. Да, я ее отпустил. Рано или поздно, Дик, эти твои принципы тебя убьют. Ага, ну, все равно меня что-нибудь убьет. Какая разница, что? Отбой. Нехилая высота. Ну ладно, посмотрим, о чем там говорил бухарь. Точно, на горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не померещилось. Где они? Я пойду туда. Нет, бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. С
Барби. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Да уж, что-то я совсем не в форме. Уже почти. Ну давай, давай, почти добрался. Ну, черт, тяжело. Лагерь Коупленда. Это Сент-Джон. Все в порядке. Дорожка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, Сент-Джон, радио «Свободный Орегон» единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп. Единственное, что не дает нам одичать, это запас еды на 3 дня. Попробуй 3 суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Что ж... Видит Бог, я надеюсь, что это не так. Конец связи. Радио «Свободный Орегон». Дик, на связи? Я смастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? Бухарь, спасибо тебе. Я заеду. Не пропадать же мясу. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Кто помнит, как выглядят американские трущобы? Люди живут на улицах, в коробках и палатках, потому что не осилили американскую мечту. Некоторые из них сражались за эту страну, а потом федералы просто забыли о них, как об отработанном материале. Нет, ребята, никакой это не вьетнамский синдром. Честнее будет сказать, синдром американский. Теперь мы все бездомные. Живем на лоне природы, как наши предки. Федералы думали, что без их подачек нам не прожить. Но мы доказали, что они не правы. Теперь главное для нас сила воли, решимость и доверие друг другу. От федералов этого не дождешься. Хотите, чтобы вам доверяли? Это надо заслужить. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Прекрасно! Радио «Свободный Орегон» снова в эфире! Господи, что я наделал?
Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. На гору Болири. В другом месте поставлю. Бухарь, с лагерем бродяг, все. Больше они никого не убьют на горе Болири. Ладно. Дик, я должен был помочь, в смысле... Черт. Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Да, да, понял. Отбой. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Дик, слышишь меня? Ты что, реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Так о чем была речь? Да, я просто туго соображаю.
Такое бывает при ожогах третьей степени. Да. Ну, позаботься об Альварес, ладно? Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-номадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе. Какие обиды, я его найду. Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Олень на дороге. Пару лет назад это была бы плохая идея. Да и сейчас плохая. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные.
где-то здесь. Черт, бродяги, у них пленник. Тихо-тихо-тихо! Все хорошо. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Где? Где? Покажи мне. Покажи, я пойду, да. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Ах, я думал, мне конец. Охренеть. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Зона заражения. Ну и вонища. Надо сжечь их, чтобы ничего не осталось.
Плачущий ангел. Точно, это он. Где же твой тайник, Леон? Ладно, посмотрим. Может быть, здесь? Есть. Осталось определиться, кому это отдать. Бухарь! Бухарь, ты меня слышишь? А, ты просто не поверишь! Я только что видел вертолет! Что? Какой еще нахрен вертолет? Вертолет Неро прошел прямо надо мной и как будто меня не заметил. Столько времени прошло, и вдруг из ниоткуда прилетает вертолет? Я поеду за ними, а попробую выяснить, что они тут забыли. Дик, будь осторожен. Держись подальше, пока не станет понятно, что они тут делают. И давай без глупостей. Да что ты? Какие глупости? Так тебе. Погоди, погоди, они замедляются. Видимо, будут садиться. Фрика, впавшего в спячку, будил? Вообще-то да.
Я один из тех, кто выжил на руднике White King. Господи. Он содрал кожу с моего друга, как кожуру с банана. Эти костюмы от многого могут защитить, но не от них. Охренеть. Господи, извини. Там все сразу пошло через жопу. И поэтому мы туда не пойдем. А если замуровать эту пещеру, может, мы сократим их популяцию? Не знаю, Капрал. Тут много пещер. Пойдем, нам пора. Замуровать пещеры? Да, кому это надо? Тянется уже целую вечность. Походу, ты не знаешь, что такое вечность. Хм. Бухарь, ты на связи? Бухарь, ответь! Дик, привет, я тут. Когда мы уезжали из Фервела, тот тип из Неро, солдат или кто он там, который забрал Сару. Погодь, ты о чем? У него была плашка с именем. Ты помнишь имя? О, Брайан! Ты его всю дорогу мастерил до самого трехбалого Джека. В общем, он выжил, Бухарь. Он живой. О чем ты? Весь лагерь был перебит, мы же сами видели. Я в курсе, но я услышал... В общем, я подобрался к месту посадки, и они... Стой, стой! Ты полез к вертолету? Ты что? Послушай меня. Я слышал, как они говорили по рации о некоем Брайане. Дик, не смей. Да нет! Нет, Бухарь, успокойся. Я просто... Отдыхай пока. Конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. То отдище, в которое превратилась наша жизнь, не стало неожиданностью лишь для тех, кто давно меня слушает. Я был одним из немногих. Что стало с теми, кто высказывался против федералов? Что ж, им пришлось несладко. На кладбищах полно несчастных, которые осмелились открыто выступить против лжецов. И со мной приходили. Я основал «Свободный Орегон» перед самым разгромом федералов. Вел трансляции из минивэна, колеся из города в город.
Тогда дороги еще не были завалены машинами, оставшимися без хозяев, а мосты не были разрушены в наивной вот надежде так остановить фриков. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Готово. Не верьте лжи. Нет, Коуп, вот кого на кладбищах полно, так это фриков. И ты не мог задержаться на одном месте, потому что если бы кто-то увидел твой минивэн, его бы разнесли на куски. И тогда мне не пришлось бы сейчас слушать это твое идиотское радио. Еще медпункт. И что же Неро оставили тут после себя?
Ладно. Где? Где мне теперь взять предохранитель? Черт, не сюда. Так, надо осмотреться. Ну, куда? Есть. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. В небе стали появляться черные вертолеты. Возможно, вы их видели или слышали и подумали, что сходите с ума. Не сходите. Они существуют. И это подтверждает мою правоту. Мы думали, что Неро вымерли вместе со всеми. Предохранитель. Пав жертвами собственной глупости. Но нет. Как я и говорил, они затаились, чтобы потом вернуться. Вот теперь дело пойдет. И восстановить власть над миром. Ну вот, порядок. Но пока я жив, этого не случится. Не бросайтесь им навстречу. Они не спасать вас пришли. Все достойные люди, носившие форму, погибли больше 2 лет назад. А эта сволочь просто пристрелит вас на месте. С вами Марк Коупленд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже мой, Коуп, ни хрена они не хотят вернуть. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ну, кроме одного, да, тебя пристрелят на месте. Везунчик. Что надо. Ну вот, порядок. Ура, зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Да, инъектор Неро. Еще одна зона заражения. Hurry!
Снайпер на дороге, твою мать! Ну-ка, получи! Стрелять по мне, паскуда! У нас потери! Зацепило! Козлы устраивают засады на дорогах. Лезь уже! Нужно их спалить. Жить станет поспокойнее.
Нифига ж себе. Так, надо осмотреться. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Еще одно. Сейчас. Это здесь. Что тут у нас? Все, не уйдешь. Вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Здесь кто-то есть. Это Ди! Открывай! Так, где Такер и Элкай? На раскопках они. На каких, твою мать? На севере. Вон там. Кто тронет мой байк, пальцы буду ломать тебе персонально. Да понял, понял. О, псих. Помочь. А? Тебе что-то нужно? Говорю тебе, куда ни глянь, везде сплошное поле лавы, на 25 футов вглубь. Нужны молотки отбойные. Вот только не надо мне тут лекции читать, я в курсе. Чёрта с два. Наши люди голодают, а даже были бы и сыты. С лопатами на это все равно ушли бы месяцы. Да мне наплевать!
Да, мы голодаем, Эл. Но работу нужно закончить, даже если на это уйдет целый год. Других-то дел у нас все равно теперь нет. Стой. Это не все. Ну так давай поскорей, не задерживай меня. Упокоители. Сегодня. С утра большая группа шла через перевал. Вы ничего не сделали? Да мы... Сама знаешь, у нас мало людей. Они идут на север? Эл, упокоители идут к нам? Да или нет? Я не знаю. А этот может. Ну и что ты от меня хочешь, а? Что тебе надо? Хватит, Элкай. Знать это не его задача. Это ты у нас знать должен. А что мне теперь, разорваться, что ли? Реши, либо я тут в земле ковыряюсь, либо иду в водище и встаю на защиту. Иди на склад, проверь, что с боеприпасами. А на раскопки пойдет Уэйлер. На что уставился? Да так, жду, когда у тебя мозги отрастут. Стоять! Ты Леона нашел? Ну, хоть кто-то здесь умеет делать свое дело. Поехали. Когда ты в последний раз приводил к нам новых людей? Таким людям, которые остались в водище, вы здесь не обрадуетесь. Люди мрут от лихорадки. Это меня не волнует. Тебе нужна наша еда? Тогда должно волновать. Я же сказал, работу у тебя мы берем, но жить под твоим началом не станем. А напомни-ка мне, а то память уже не та. Почему? Потому что в этом нет смысла. Ха, ну надо же, какой ты оптимист. Где Бухарь? Он сказал, поедет в лагерь Копленда. Хочет там купить рыбы. Вы что, с Копландом скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе и не дальше. Слушай, я Бухарю не нянька. Я знаю, он ездит куда хочет. Что нельзя закапывать, потому что фрики выкопают снова. Господи, он у вас что, днем и ночью горит? Дохлых фриков прибавляется с каждым днем, в том числе и твоими стараниями. Жжем днем и ночью, а что делать? Лейте больше бензина. Сгорают быстрее, меньше дыма. Нет на это бензина. Когда он весь кончится, на чем будет ездить твой байк? На слюнях и поте? Я не поняла, что тут происходит. Недостача. Со склада пропал провиант и патроны. Господи, кто был ночью в дозоре? Уиллер. Сегодня удвоите караул. Это начинает меня бесить. Хорошо. И в районе все спокойно. Я же говорю, тут как в тюрьме. Сборище ленивых лжецов, воров, насильников и убийц. Знаешь, почему так? Без понятия. Потому что мы такие и есть. Фрик-шоу. Выжили все самые мерзавцы, те, кто похлеще всяких фриков. Остальные надеются, что я буду кормить их, защищать, ухаживать за ними, пока они сидят на жопе и созерцают гибель мира. Эй, ты, ну-ка живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки. Хотят валять дурака, пусть делают это ночью. День — мое время. Управлять лагерем — то же самое, что управлять тюрьмой. Ты уже говорила, но я забыл. Ты кем была? Начальником тюрьмы или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем в женском корпусе. А у тебя, судя по твоему виду, наверняка были проблемы с законом. В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело, но в тюрьме я не сидел. Для тебя есть работа. Ларсон вчера ходил за припасами. Говорит, видел кого-то в Мэрион Форкс. Вроде бы какая-то молодая девчонка, но толком не разглядел. Он остановился там, поискал ее, но не нашел. Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты. Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик. Но ты по этой части спец. Разыщи ее, пока не нашли фрики. Я попробую. Слушай, Такер, сначала я хочу получить кредиты за Леона. Будешь приводить мне живых людей, и я тебя завалю этими кредитами. Пойду найду Уиллера. Кому-то светит ночь в карцере.
Алкай, что надо, Намат? Это что там было? Вы с Бухарем тут не натыкались на упокоителей? У меня тут в Iron Butte. Человек от упокоителей сбежал. Его пытали, ну это понятно. Но не просто так, а выясняли, не видел ли он двух байкеров, двоих. Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах. Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов. Много намадов еще живут под своим флагом. Кроме вас двоих. Сдается мне, на вас открыли охоту. Вот и узнаешь, каково это. Показывал бы лучше товар, чем языком чесать попусту. Как скажешь, Дик. Чем еще могу помочь? Хороший выбор. Хорошая пушка. Для одища что надо. Да, это я могу улучшить. Тебе еще что-нибудь нужно? Спасибо. Еще что-нибудь? Чем еще могу помочь? Хороший выбор. Держи, как с завода. Тебе еще что-нибудь нужно? Загляни, если что-то нужно будет. Тебе что-то надо? Осталось определиться, кому это отдать. Чтобы ехать на север, надо доделать байк. Значит, Коупленду. Как дела? Защиту. Сперва приняли закон о контроле над огнестрелом,
А потом, дамы и господа, мы распрощались со второй поправкой. А теперь вопрос. Если бы когда начался конец света, все американцы были вооружены, оказались бы мы в такой жопе? Конечно, нет. Но так... Сейчас. Подожди. Ты хочешь тут сдохнуть? Слушай, рядом есть лагерь. Лагерь? Да? Где? Да-да. Я пойду. Пойду. Peaceful Lake, Марк Коупленд. Там безопасно. Спасибо. Спасибо. Я думал, что умру. Да, скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Просто держись подальше от дорог. Такер, да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Дикон Сент-Джон, это Такер. Просто хотел сказать, что Hot Springs ценит твою помощь. Жизнь никогда больше не будет прежней, но ты делаешь ее чуточку легче для очень многих. Дикон Сент-Джон, это Ада Такер. Элкай просил передать, что лагерь благодарен тебе за помощь. Для нас это сейчас очень важно. Потом вернусь и сожму оставшиеся. Сент-Джон, это Такер, прием. Ты слышишь? Я говорила на днях с Элкаем и с другими людьми. Я знаю, что ты помогаешь лагерю. Просто хотела сказать спасибо. А! Дикон Сент-Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь? Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла Марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь. Бухарю, в смысле. Знаешь что? Я ему не няня. Конец связи. Эй, Коуп, наверное, Леон вез тебе это? Дик, ты сделал верный выбор. Верный выбор. Иди к Мэнни, он поможет тебе с твоим байком. Дикон, дружище. Эй, Мэнни. Запчасти нужны? Найдутся. Ты уж о нем позаботься. Прикинь, водище без топлива остаться.
Слушай, у меня дел по горло. Что-то не так? Ау, Дик. Потом еще будет что-нибудь. Я вот все думаю про фриков. Увидимся, Дик. Они боль чувствуют? Или хоть что-нибудь? Нет, у них нет разума. Я что-то читал про это. В смысле, про это. Дик, ты на связи? Бухарь, какого хрена ты не спишь еще? Ну, не спится мне. Ты помнишь, что я тебе говорил? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи, а уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь? Я видел сегодня утром на столе. Такие же, какие у нее были тогда, на свадьбе, я помню. Я не буду... Так, короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят, конец связи. И это не тюльпаны. Это отчитки. Вот он! Серебристый шлем, красный бензобак. Это он. Ты думал, можно ворваться в лагерь Коупленда, устроить пальбу и просто свалить? Убил людей, взял что нужно и уехал. Как будто в супермаркет зашел. Делал, сукин сын! Нет, 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 нет! Вообще-то, Коуп это не одобряет. Я и сам не в восторге, если хочешь знать. Порочишь репутацию намадов. А если бы ты убил Мэнни, кто бы мне тогда чинил байк? Тупой ты урод! Нет, нет! Пошел ты! Ты шестерка, Коуп! Да! Сучонок! Вот ты кто! А? Сучонок!
Коуп, все готово. Он у меня. Отметь координаты и высылай людей. Он жив? Да, жив. Но на будущее гарантировать на этот счет ничего не могу. Отбой. Еще есть? Ага. Пойду пешком. Потихонечку. Бухарь, ты на связи? Я просто хочу узнать, как ты там? Да, Дик, я здесь. Держись, братан. Как только твою руку подлатают, мы поедем на север. Как ты и хотел. Эх, надеюсь. Эх, плохо мне без дороги. Ты, главное, поправляйся. Надо еще наделать байк. Потом запастись снаряжение. Как оклемаешься, сразу поедем. Конец связи. Thank you.
Так, походу, в этой хижине гнездо. Вот это хорошо рванет. Точно, гнездо. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. Давайте, ребятушки, поехали. О, склад. Ага, мирный, уютный, словно дом родной. Охренеть! Вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи! О, долбаные фрики! Вы-то что тут забыли, а? Это западня! Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Что-то здесь прохладно, но я вам помогу. Ничего себе! Осторожнее.
разогрейтесь чуток. Давайте, ребята. Все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Тик, как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Нет, холода становится сильнее. Да ты и сам знаешь. Да, да, Бухарь, я знаю. Ну, в общем, ребята, спасибо. Спасибо, что помог, Тик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой. Вот так. Ну вот, порядок.